Тюкнуло как, а? Всем привет! 29 апреля. Выехал на речку Южный Буг половить карася на поплавок. Дома за 2 часа до рыбалки запарил перловочки в термосе. В крышку от термоса насыпал перловки и залил кипятком. Перловочка распарилась как раз кверху. То, что надо. И панировочными сухарями сейчас. Ловить я буду тем же способом, как в прошлую рыбалку, методом поплоджих, как я его назвал. Так, сначала выставлю глубину. Так, чтобы крючочек был на дне. С наживки у меня будет червячок. Глубину выставил. Ветерок хорош. Правда, так не люблю ветер рыбачить на поплавок. Но думаю, никто это не любит. Даже поклевку не видел с этим ветром. Так, первый есть. Поперышек еще нет, уже обвинных крышек. Значит, еще рановато для нереста. Еще один. Ох, куда? Чуть не ушел. Даже червяка не оставил. А? Небольшая потяжечка. Легонькую потяжечку раз. Я понял, это что, уже поклевка? Еще одна. Опа! На камеру смотрел. Камер на экране лучше видно поклевку. Так сверху. Вот, уже получше карасик. Оп. Вот такой красавец карасик. Это чешуйка уже есть. Готовится к нересту. И постоянно где-то червь исчезает. Червя так не напасусь. Так, чуть-чуть подкормлю.
О, еще нормальненький. Бойки. Опа. Ух, а ветер аж до костей пробирает. Ну, тем не менее, четвертый карасик. Конечно, была пауза в полтора часа. Главный процесс идет. Иди к общим. Выложил. Да, выложил. Это что? Поклевка за поклевкой. И это при том, что бедра тут шныряет постоянно, раз за разом. Сюда подплывало. Не успел заснять. Ну а что, пошел на ее территорию. И рыбу тут вылавливают. Это ей не нравится. Это все она ракушку тут понатаскивала. Тут ее гнездо. Или может даже не только ее. Интересно, камыши чуть ходором ходили. Старая сеть. Вот рано. А червячка уже нет, а? Профукал я поклевку. Заказал себе удочку с Алиэкспресса 7-метровку для бокового кивка. Отсюда бы достал бы до того места. Жду с нетерпением, пока дойдет. А то моя 5-метровка уже два раза ломалась. Кончик. Постоянно эти кончики ломаются. И вина всем транспортировка. Еще заказал такие наколпачники. Или как, колпачки на удочке. Вылаживает. О, поклевка, поклевочка. Давай, давай, давай. Есть, 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 есть. Торпедный карась. Перловочка приманила. Вот сейчас, наверное, ее там море. Крючок снова затупился. Чуть-чуть его подправлю. Острющий. Чем не гамакат?
Угу. Так резко. Даже на карася не было похоже. Больше на окуня. На пустые крючки клюет. Иди сюда. И опять червячка нет. Как умудряется он скинуть его? Сегодня небольшой карасик клюет, но зато самый вкусный и стабильный. Ветерок не хочет успокаиваться. Вот еще с такого большого червячка поставлю. Может, побольше карася клюет. Да и карпа нет, не клюет. Тут он есть, конечно. Но что-то не клюет. И сом тут есть. Тут, кстати, яма неплохая. Чуть дальше. Она будет на сома сюда выйти. После нерестового запрета. А сейчас нас можно ловить только на одну удочку. С одним крючком. Вернее, не только у нас, а по всей Украине. Время нерестового запрета. Сейчас пару потяжечек и будет поклевка. Чукнуло как, а? Как искаженный карась. Отлично тюкнул. О, червячка хотел сказать, сохранил. Голодный карась. Пуперечный, пуперечки. На жаберных крышках. Это, походу, сейчас жор. Начался жор карася. На шнур почувствовал удар карася, поплавок на месте. Еще червячок оставил мне.
Последнего червяка насадил на крючок. Уже вроде что-то дергает. Так, покажу сейчас улов, который удалось сегодня разловить. Вот такой карасик, ладошечник. Примерно за 20. Может, за 3. Килограмма полтора будет примерно. Если видео понравилось, оцени лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.